Всем добрый день, вы смотрите канал Вязание Свёкла. Сегодня 25 декабря, я снимаю отчетное видео по совместному проекту вязания платья зима-осень. Ну, столько я провязала за неделю. Вязала я низа по кругу. И длина платья будет такой же, как у меня, это черное платье. Может быть, чуть-чуть длиннее. Я люблю или длинные платья, или вот такой длины, как черное платье. Делала я прибавки. Здесь уже видно, что прибавки я делала по кругу. Прибавка была здесь по центру, потом здесь и боковые линии. И то же самое на спинке также делала. Здесь образовалась такая довольно приличная ширина. Но чем больше я вяжу низ, тем больше мне не нравится верх. Я, наверное, буду пороть верхом. Мне самой не нравится вот эта изнаночная петля, которую я вязала. Я здесь вязала 5 лицевые и 1 изнаночная. Надо было все-таки вязать так же, как этот низ, просто лицевой гладью. Потому что эта изнаночная петля, эта дорожка, она как-то придает такой дешевый вид. Но как-то не гармонично смотрится это платье. Поэтому буду пороть вверх. Ну, в принципе, здесь не так уж много связано. Вот это место, где я начала вязать откуда? Отсюда, да? Я просто до сюда распорю и буду вязать просто лицевую гладь. Ну, лучше распороть теперь, пока вообще не связаны рукава. Потому что я хочу, чтобы у меня было платье, которое я на самом деле буду носить. Ну, что еще могу сказать по платью? Если в самом начале у меня было 206 петель, то после прибавок у меня теперь на спицах 262 петли. Вывязала я. У меня было 6 мотков Ангора Голда, этой секционной пряжи. Ну, вот столько у меня осталось. 2 полных моточка. И здесь чуть-чуть я начала вязать уже, да. Я думаю, что на платье мне хватит. А вторая пряжа была Lana Gold 800, 2 моточка. Так, извиняюсь. 200 грамм, и вот столько у меня осталось. Но я эту пряжу уже заказала, так что пряжи у меня хватит. Но, ну да, ну такая жизнь, придется пороть этот верх. Мне не жалко вообще ничего пороть. Так что... Я думаю, что я за неделю обязательно этот верх свяжу по новой и закончу низ тоже. Так что, в принципе, ничего такого страшного я в этом не вижу. Ну, на этот раз все. До новых встреч. Подпишитесь на мой канал, если смотрите, чтобы не пропустить готовое платье, как будет смотреться. Ну, до новых встреч и до свидания. Так выглядит мое платье. Распустила я эту верхнюю часть перед спинку. Еще второй клубок такой остался. Ну и здесь уже буду набирать петли. Вот эту изнаночную петлю буду как лицевую вязать. И тогда будет только лицевая гладь. Вот такие мои вязальные дела. Так заканчиваю свой отчет сегодня. До новых встреч и до свидания.